Краевой филармонии состоялось торжественное вручение дипломов лауреатам премии в области культуры и искусства. Проведение конкурса для поощрения начинающих авторов и исполнителей инициировало Краевое министерство культуры и архивного дела в прошлом году. Это первое наше такое мероприятие, первая премия, проводимая Министерством культуры и архивного дела молодых авторов и исполнителей с целью поддержки, выявления наших талантов, поощрения к дальнейшему творчеству. 40 юных талантов, молодых талантов в возрасте от 14 до 35 лет были поощрены в 2022 году. Мы планируем и в дальнейшем продолжать. Лауреатами премии стали талантливые приморцы из Владивостока, Лучегорска, Уссурийска, Дальнегорска, Партизанска и Находки. Они проявили себя в одном из направлений – музыкальном, театральном, хореографическом, изобразительном искусстве, литературе. Премию мне дали в номинации «Литература». Я пишу стихи достаточно долгое время уже, и я рада, что поэзия приносит и такие достижения. По мнению актера Краевого театра молодежи, лауреатов театральной номинации Сергея Рюмкина, победа в этом конкурсе уже признание. Для любого молодого автора и исполнителя просто потрясающая возможность. Это подмечает, что тебя видят, что тебя замечают, и какие бы маленькие шажочки в творчестве, неважно в какой сфере, в танцевальной, в вокальной, в музыкальной ты не делал, это видят, это ценят, и за это вот такими вот скромными для кого-то нескромными подарками, грамотами отмечают и поощряют. Я считаю, что это должно быть больше такого. А, например, аккордеонистка из Владивостока, победитель международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреат краевой премии в музыкальной номинации Ульяна Семененко сообщила, что приняла участие в конкурсе, узнав о нем случайно. Конечно, это приятно, это здорово, что вообще такое существует. Это, я считаю, очень важно для наших молодых людей, да, с 14 до 35 молодежь. Очень-очень это важно, это дает стимул развиваться в своем творчестве, чтобы их знали, видели, показывали. На таких людях будет стоять наша земля, я считаю. Министр культуры вручила всем молодым авторам памятные дипломы, пожелав им новых творческих достижений и успехов. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.